Испытание холодом. В иркутские больницы с обморожениями поступили уже 19 человек. В регионе сильные морозы. Ночью температура опускалась до 36 градусов. Обморожения считаются тяжелыми травмами, так как сильно повреждаются ткани. Медперсонал работает в усиленном режиме. В среднем в период холодов с обморожениями к нам обращается различной степени до 5 человек, из них 2-3 госпитализации. На сегодняшний день в отделении 19 человек стационарных, то есть это тяжелые пациенты с холодовой травмой. Учитывая то, что на улице за 30 градусов эта тенденция будет продолжаться. Сегодня холода еще продержатся, затем ненадолго потеплеет до 17-20 градусов, однако к выходным температура упадет до минус 30. Разумеется, такие морозы не аномальны для Сибири в январе. В прошлые зимы в Иркутске фиксировалось понижение температуры аж до 48. Жители привыкли и стараются соответствовать погоде, однако это удается не всегда. Была одета очень тепло, но просто ног не почувствовала одно время. Сначала поднемели немножко, неметь начали, думаю, ну, что-то подмерзают. Вот. Ну, а потом все, и не почувствовала даже, что ног не чувствую. На пятую?